Каждый год более 450 тысяч человек в России сталкиваются с инсультом, острым нарушением кровоснабжения головного мозга, вызванным закупоркой или разрывом сосудов. Это состояние приводит к повреждению нервных клеток и проявляется различными неврологическими симптомами. В Уфе для диагностики этой патологии открыли Центр мониторинга инсульта. Идея открытия Центра мониторинга инсульта возникла не на ровном месте. Это было связано с тем, что у нас нехватка персонала, ну как и в целом по России, с тем, что на местах не всегда удавалось правильно интерпретировать данные, вот, и с тем, что не всегда удавалось правильно понять, как помочь этому пациенту. Теперь пациентам врачи помогают быстрее и эффективнее. Сотрудники центра дежурят круглосуточно и используют искусственный интеллект. Это позволяет оперативно принимать решения без необходимости привлечения большого количества специалистов. Как же теперь устроен новый формат работы? То есть они нам звонят на телефон, на мобильные мы поднимаем трубочку, отвечаем, они нам говорят фамилию, имя пациента, говорят, какие исследования они у себя в больнице провели. Имеется четкая маршрутизация, то есть если фельдшер на рабочем, ну где-то на квартире по вызову определяет, что у пациента есть инсульт, подозревает, что инсульт, он везет его в специализированную больницу. То есть по всей, вся республика, вся территория распределена между такими центрами, в которых можно в полном объеме провести все необходимое обследование. Условному пациенту из Нефтекамска ехать в Уфу не нужно. В местной больнице ему проведут все необходимые исследования. А если потребуется, обратятся за советом к коллегам в Уфимский центр мониторинга инсультов. Вчера пациентка была, ей нужна была консультация рентгенолога, невролога и рентген-хирурга. Мы загрузили исследования на нашей станции, которые они произвели, произвели анализ. Выявили у нее зоны нарушения и позвали коллег. Они также с нами посмотрели снимочки и сделали свое заключение. С одной стороны, это сложное многофакторное решение. С другой стороны, мы должны это сделать быстро, потому что в единицу времени умирает большое количество мозговой ткани. И имеются рекомендации, имеются какие-то разработанные уже схемы о том, что мы должны сделать с пациентом, в какие сроки для того, чтобы принять вот это решение. Не в каждой больнице могут оперативно выявить инсульт. Это связано с необходимостью проведения компьютерной томографии головного мозга, которая доступна не во всех медицинских учреждениях. Компьютерные томографы в специальном режиме могут провести сканирование головного мозга, на котором видно, с какой скоростью контраст проходит, какое количество контраста проходит, накапливается, не накапливается, и как быстро мозговая ткань освобождается от этого контраста. Исходя из этого, вот опять же, это уже внутри этого исследования много факторов, которые учитываются, и в конечном итоге аппарат выдает цветную картинку, на которой в том числе и цифриками тоже изображена область головного мозга, которая испытывает дефицит кровотока. На снимке система видит структуру головного мозга и определяет объем функционирующей ткани, которая еще жива, и объем некротизированной мозговой ткани. Это соотношение между общим объемом ткани и некротическим ядром, которое является важным основанием для принятия решения о дальнейшем лечении пациента. На основании него мы принимаем решение, есть за что бороться, есть мозговая ткань, восстановить кровоток, в которой мы улучшим состояние пациента, или уже ничего нету и ничего нельзя делать. После исследования врач принимает решение о наличии инсульта и определяет его тип, но до этого свою работу совершает искусственный интеллект. Искусственный интеллект будет расставлять приоритеты, какого пациента нужно будет описать в первую очередь, у которого будет более выраженная патология, которому нужно будет более быстрее оказать помощь. Также искусственный интеллект, он будет помогать, но последнее заключение и решение будет всегда оставаться за врачом. Далее, после решения врача, пациент попадает на операционный стол для тромбоэкстракции. Это хирургическое удаление тромба. Врачи признают, в этом случае не могут гарантировать успех операции и эффективность лечения. Когда это получается, и когда у пациента прямо на столе начинают двигаться рука и нога, которая 10 минут назад висела плетью, для нас это вот чудо. Любой такой случай удачный, для нас это вот очень сильный стимул и
вера в то, что мы делаем правильную работу. За 2 недели работы Центр мониторинга инсультов ЦМИ обработал около 500 запросов. Специалисты уверены, что такой формат работы поможет многим пациентам, ведь быстрая реакция имеет решающее значение. Работала целая команда, а программисты отрабатывали свои технические моменты, чтобы вот эта вся система заработала. И вот уже в октябре мы провели первый сеанс с Белорецкой ЦРКБ. Коллеги нам были очень благодарны, потому что нам это все уже при первом же применении показало свою эффективность. В центре сейчас обсуждают, как назвать нового помощника – искусственный интеллект, Умка за его аналитические способности или более привычное для региона имя – Алия.